Что касается партийной принадлежности, да, на момент, видите, что я примкнул сторонник Единой России, да, я был беспартийный, да, как и многие мои товарищи, потому что партия к тому моменту была уже ликвидирована в России, если вы имеете в виду партию «Патриоты России». Ну, вы знаете, как любое объединение, наверное, членов той или иной партии, да, создаются для того, чтобы принять какие-то единые решения, ну, я так считаю, для того, чтобы решить какие-то проблемы, вот именно, вот без этих популизма, да. Если вы мне сейчас зададите вопрос, а вы уже, по-моему, задали, да, почему вы примкнули? Ну, потому что сегодня я считаю, что именно эта партия сегодня решает какие-то проблемы, да. Партия, может быть, дело какого-то. Я имею в виду на нашем уровне, где-то на краевом уровне.